Привет, друзья! С вами опять я, Рита Суслова, и вы на моем канале. И сегодня я хочу поговорить о тех трех причинах, почему я ненавижу Краснодарский край. Представляю, какое количество негодующих сейчас обрушится на меня. Но прошу вас не торопиться делать выводы. Дело в том, что не так давно я выпустила ролик о 9 причинах, почему я люблю Краснодарский край. Было очень много вопросов о других сторонах Краснодарского края, о негативных сторонах. Так вот, сегодня я о них вам и поведаю. Но прошу посмотреть мой ролик до конца, поскольку итоги будут мной высказаны именно в конце ролика, после того, как я вам расскажу о трех причинах, почему же я ненавижу Краснодарский край. Итак, начали? Причина первая – немыслимая жара, невыносимая. Когда наступают летние месяцы, зачастую температура воздуха повышается до 40-42 и даже 44 градусов. И длится это время довольно долго. В это время находиться на улице, просто гулять, заниматься чем-то в саду становится невозможно. Даже в моем доме под большим навесом есть зона отдыха. И там в тени находиться в это время невозможно. Открыть окна или двери для проветривания помещений тоже невозможно, поскольку жара входит в дом. Поэтому, когда наступает такая жара летняя, 40-42 и больше градусов, все окна, двери люди наглухо закрывают с тем, чтобы удержать в своем доме прохладу. Как жить в Краснодарском крае без кондиционера, я даже себе не представляю. Когда я сажусь в свой автомобиль, который стоял на солнце, это настоящая пытка. Получается, что во время такой жары люди все время проводят только в помещении, поскольку находиться в такую жару на улице по-настоящему опасно. Поэтому жара в Краснодарском крае – одна из самых главных и первых причин, почему я ненавижу Краснодарский край. Идем дальше. Причина номер два, почему я ненавижу Краснодарский край – это вода. Причина номер два – это качество воды. Откуда угодно. Из вашей замечательной глубокой скважины. Из городского водопровода. Вода в Краснодарском крае содержит очень много извести. Поэтому я такого никогда не видела, живя в Санкт-Петербурге. И, конечно, мы покупали воду, но даже после использования покупной воды чайник был покрыт толстым слоем известкового налета. Все краны, раковина, смесители – все покрыто толстым слоем известкового налета. Когда я, находясь в Краснодарском крае, покупала дистиллированную воду для своего парогенератора с тем, чтобы обезопасить его от известкового налета, известковый налет после использования местной дистиллированной воды все же оставался на стенках емкости для приема воды в парогенераторе. И я могу себе представить, что происходит с организмом, который постоянно пьет эту воду с настолько повышенным содержанием извести. Поэтому очень важная причина номер два, почему я ненавижу Краснодарский край, это качество воды в Краснодарском крае. Причина номер три. Отношение к животным в Краснодарском крае. В Краснодарском крае очень много брошенных животных. Причем не просто животных, а породистых животных. Я никогда не видела на улицах такое количество брошенных породистых животных. Каких только пород собак и кошек я там не видела. Брошенные, ладно, их очень много.
Они неконтролируемо размножаются, они гуляют по улице, они страдают от этого, они страдают от отсутствия ухода, от голода, от жажды, от всего. Далее, поскольку я работала с недвижимостью в Краснодарском крае, я была в огромном количестве домов, и практически в каждом из них на цепи сидела собака. И чего я только не повидала в этих домах. Я видала и далматинцев на цепи, я видала и лабрадоров в клетках, я видала в холодное время года собак, дрожащих, как осиновый лист, голых, у которых короткая гладкая шерсть, сидящих на цепи и по-настоящему страдающих. Для меня это очень важно, для меня это жуткое зрелище, когда мучаются и страдают животные. Поэтому третья причина, почему я ненавижу Краснодарский край, это плохое отношение к животным. Друзья мои, итак, хочу подвести итоги. Прежде чем выпустить этот ролик, выпустила я его не сразу. Почему? Потому что я очень долго думала и размышляла, что же я скажу в видео под названием «Причины, почему я ненавижу Краснодарский край». В итоге со скрипом я их набрала. Но их оказалось всего лишь три. А причин, почему я люблю все же Краснодарский край, оказалось гораздо больше. Поэтому, подведя итоги, я вам могу смело сказать. Причин, по которым я люблю Краснодарский край, значительно больше. Поэтому я все же люблю Краснодарский край. Друзья, вам хорошего дня. Вам хороших переездов, вам позитивных идей и мыслей. С вами была я, Рита Суслова, с приветом из Санкт-Петербурга. Всего хорошего, удачи всем. До скорых встреч, друзья. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Пока.